школа, она необычная, она включает в себя еще и детский сад. Детский сад на 220 мест и школу на 1100 мест. Но учитывая, что здесь еще есть 500 мест дополнительного образования, фактически школа может вместить 1600 детей. Этот комплекс очень активно строится. Здесь работает сегодня необходимое количество людей, которые могут обеспечить ввод в эксплуатацию и заселение его до 1 сентября текущего года.